Та-дам! Ай? Про машину проснулся. Да, ну сейчас... Не едь, Артём. Кирилл, у тебя с собой ничего нету, да? Кирилл, про машину проснул. Что вы говорите? Как тебя зовут? У тебя заклеить ничего нет. А где остальные? Сейчас. А почему не кучкой приехали? Я стою, вас жду, здесь кучкой жду, а вы все порознь. Одну. Так, и компания собирается к старту. Ну что, тренировка как? А? Ну что, девочки, разогрелись? Вот видите. Я вам советую приготовиться к этой трассе. Я помню эту трассу. А ты ездил. Что у меня сидушка крутит. О, Вячеслав, он как это. О! Бэтмен. Вячеслав, вы Бэтмена напоминаете. Плаща, плаща не хватает, ну чтобы раскрылся. Какую еще бутылку? Настя, вторая у Костика. Отдай мой. Держи. Белая гонка, посвященная Дню независимости Польши. Ура, товарищ. Один. Ура! Кто первый приедет, будет самый независимый поляк. Тот поедет. Первое, второе, третье место награждается поездкой в Польшу летом. Ура, я поехал. Закрыть старт пешком. Так, ну что, ребята, значит, для того, чтобы честно, дети первые стартуют. Дети проезжают. Так, все, поехали. Все, не гони. Ай, на пузан, аккуратно. Так, теперь девочки поехали. Аккуратно. Девочки, где? Удачно вам не потеряться. Давай. У меня я привез маналы. Будете брать. Сейчас возьму. Стасички, скажи Стасику, помоги. Да. Аж флаг дернулся. Да? Ну. О, классно. Начали головой зацепил или ветер за тобой такой? Ветер такой. Порыв, поток ветра. Я тебя держу. Меня он под ногой. Тише, тише, тише. Тише. Посмотрите, что видит. Ура! Тише, не плавай. Кто первый? Ты? Нет. Отойди, Рома. Рома первый, я второй. Ага, да, конечно. Отойди, Рома. Молодцы. Ты? Я второй. Папа, где? Где ты там встал? Да, тут не было. Я второе место занял. Я второе. Он дядя второй мать. Первое? Нет, наоборот. Он первый приехал, потом я за ним приехал. Тогда я встретил. Моя кучка не видит. Я попал в тройку. Молодец. Первый, Кирилл. О, еще. Тогда я второе. А что на третье? Вот так. Мы знаете, куда заехали? Отсюда мы не повернулись направо. А кто вам виноват? Давайте костер раскидаем. Победитель. Стань вообще. А если не садись? Давай, 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 ждем на финише самого старейшего. Молодец! Браво! Ура! Ура! Из детей Костя первый лимонад, да? Рома, Тёма, стойте, тренировки вставьте. Котёл вставьте. Перепрыгнул, помню.
Рома! Я не знаю, это лежало в этом. Вот. А, это... Камера убрана? Да. Каждой женщине по палочке, да, я сейчас поеду машину отгонять. Представляешь, они, чтобы тебе не дать возможность попали, сардельки, да, пожарить, они тебя отправили за... Пас, ты на руки мне. А на шампуре нельзя? Можно. Ну на шампуре, видишь? Вот такие. У нас есть шампуры. Шампуры. Тебе не дали? Чтобы не только крайняя, но обе. Я сосиски захотел, помню. Все, хватит ему мыться. Воды нету больше. Внимание. Сюда, ты не спорка. Ну да, гляньте, какая зала. Ты предлагаешь, чтобы мы тебя опалили? Да, в этом году у нас, конечно, чисто женский коллектив. Что, уже готовы? Ну хочешь, надо. Меняй 10 палок на одну сосиску жареную. Дожаривай. Дожаривай, то у меня уже это. Дожаривай? Да. А, давай сюда. Ты сюда хочешь, да? Ну, давай. Ну, она просто будет ваня. Второго мальчика. О, снимай, да. Питер. А что ты вытащи крышку, сними. Зачем? А мы ее дыркой проснули, знаем, сварилась. Ну сейчас, я за 5 минут сварится. Как сел на Тропольте евреев про таких. Тёма, уйди оттуда! Меня вывели уже.
Два хотя бы отмечать.